сложилось, Лех. К счастью или к сожалению, но вот так вот оно, как и есть. Я хочу сказать, ты прям как бы чувак такой сильный духом, потому что как бы жить на одной площадке, как бы с женщиной, которую ты любил, и она тебя любила, и как бы вы строите там отношения полноценные, я не знаю, я бы не смог. Но сначала тяжело было, потом привык. Нормально сейчас. Сейчас уже нормально.